Моя соблазнительница. Клянусь, ты меня в могилу сведёшь. Ты посмотри. Офицер, а пьяный в стельку. Они смотрят на нас? Нет, отвернулись. Уходят. Пора, я первый. Вы кто такой? Живео Сербия! Уединение или смерть? Бумаги у меня. Возьмем другую машину. Уходим, пока не вызвали подкрепление. Они перестреляли наших агентов и выкрали все платежные документы. А также списки всех наших русских агентов. Это полный и сокрушительный провал. Я не могу вернуться с такими вестями. Что мне сказать руководству? Полковник, оставайтесь здесь, сколько потребуется. Где это случилось? В 25 милях южнее Льежа. Выжил лишь полковник фон Лей. Говорит, что напавшие были сербами. Черная рука? Не исключено. Как же фон Лею удалось выжить? Ему прострелили челюсть. Пройди пули на пару сантиметров выше, он был бы мертв. Говорите, стреляла женщина? Возможно. И фон Лей уверяет, что они были сербами. Мне думается, что они неспроста оставили его в живых. Чтобы он рассказал про сербов? И направил нас по ложному следу на юг. Вы гений, Элизабет. Знаю. А значит, они отправились на север, в Голландию. Мы должны усилить охрану на пограничных блокпостах. И пустить ток по колючей проволоке. Но если они уже в Голландии, под крылом Растиньяка. Тогда мы скоро об этом узнаем. О ком вы думаете? О том же, о ком думаете вы. Маргарет, она только что завершила важное задание в Лондоне. Нельзя терять ни минуты. Понимаю. Надо отправить ее в Гаагу при первой же возможности. Мадам, мадам, что привело вас в Гаагу? Этот город был домом тому, кто мне дорог. Тому, кого вы потеряли? Кто же это? Назовите имя. Ее зовут Маргарет. Она великолепна, и я ее обожаю. О, браво! Любовь не ведает границ.
Спасибо вам, мадам. Вы добрее и красивее всех на свете. Пожалуйста, мой милый мальчик. Позвольте еще вопрос. Где же ваш импресарио, месье Острюк? Он не с вами? Вижу, вы неплохо осведомлены. Габриэль в Париже готовит все к моему возвращению. Да, но... Что ж, господа, надеюсь увидеть вас на моем выступлении. Добрый день, герр Крамер. Добрый день. А я уж было решил, что вы забыли про меня. Простите, что заставила вас ждать. Как прошла поездка? О, утомительно. Хм. Однако я готова к своему следующему заданию. К нашему заданию, дорогая Маргарет. Только близкие друзья зовут меня Маргарет. Для вас я Мата Хари. Продолжайте. Похоже, вы возомнили о себе не весть что. Возможно. Но, по-моему, это вы слишком высоко задираете свой нос. Хотите впечатлить меня? Что написано в той статье, которую вы читали? Не могу вспомнить. Не можете вспомнить? Ну, конечно, ведь в это время вы стояли у окна и сверлили меня взглядом. Думали, я вас не замечу? А? Довольно ваших детских игр. Нас ждет серьезная работа, в конце концов. Мне было сказано, что задание займет пару дней. И я не желаю провести здесь ни одной минуты больше, чем того требует дело. Как пожелаете. Присаживайтесь, будьте добры. Пожалуйста. Нам нужен этот человек. Теофиль Растиньяк. Работает во французском консульстве. Агент Жоржа Ладу. Красивый. Это хорошо. Мне его соблазнить? Мадам, ваши методы мне неизвестны. Мои методы на высоте, вы уж поверьте. И к тому же, они очень эффективны. Вы такой трогательный, когда в замешательстве, мой милый Густав. Еще указания? Да, первое. Только близкие друзья называют меня Густавом, а для вас я герр Крамер. Второе. Этот человек ожидает послание, письмо, записку или нечто подобное из Бельгии. Нам нужно знать содержимое письма. Такой мужчина должен знать толк в женщинах. Что ж, он уже перещупал всех шлюх в этом городе. Так что, уверен, у вас не возникнет сложностей. Не сомневаюсь. Пусть посетит мое выступление. А дальше я сама. Это мы легко устроим. Доброй вам ночи. Добрый день, герр Капрал. Добрый день. Угощайтесь. Так что же теперь, проволоку по всей границе натянут? Да. Когда отдавали приказ, говорили, мол, не спешите. А теперь велено уложиться в 3 дня. Выходит, мы разделим Барле? Граница ведь проходит аккурат по той улице. Точно не знаю, но если это так, приберем городишко к рукам. Голландцы не заметят. Я продаю колючую проволоку. Обычно неплохо сдержит скот.
А человек легко пролезет, особенно ночью, когда дозорных не видать. Вы так считаете? Давайте проверим. Заключенные воровали с наших военных заводов. Пусть кто-нибудь попробует перелезть. Почему бы и нет? Встать смирно! Рядовой, подойдите. Покажем, как работает наша проволока. Слушаюсь. Есть кто голодный? Еще бы, не сомневаюсь. Так кому хлеба? Кто выйдет первым, получит полбуханки. Что, нет желающих? Тогда придется его выбросить. А, у нас есть доброволец. Настоящий мужик. Видите его? Он только что вошел. Рустиньяк. С удовольствием займусь этим юнцом. Благодарю за танец. Взаимно. Господа, мы начинаем наш аукцион. Сегодняшний приз не один, не два, а три. Три билета на выступление единственной неповторимой, несравненной Мата Хари. Итак, господа, я вас... самая желанная женщина Европы будет танцевать для вас. Ваши ставки, господа. Похоже, ваш план провалился. А может, он просто не слышал о вас? Не исключено. В этом случае вы переоценили мою популярность, а не я. Сделайте что-нибудь. 300! 300! Господа, прошу вас, не спешите. И позвольте даме приобрести последний билет. Но его цена 300 франков, мадам. Я все отдам, чтобы увидеть Мата Хари. Хотя, пожалуй... я готова рискнуть и поставить билет на кон. А в партию бакара. И какую же сумму вы готовы поставить, мадам? Одну тысячу франков. Надо же! За прекрасную Мата Хари! Добрый вечер. Здравствуйте. Месье Мело, давненько вы не заглядывали. Погряз в работе. Мне как обычно. Мадемуазель, позвольте усталому путнику отдохнуть в тени вашей красоты. Только если не заставите меня скучать. Вам привет из Белграда. Воды реки Дрины холодные, но согреваются сербской кровью. Вас ожидали еще вчера. Мы пытались замести следы.
Теперь запутайтесь в колючей проволоке. Вы нам поможете? Разумеется. Наши соратники не оставят вас в беде. Агенты французской разведки. Растиньяк и Ладу. Слышали о них? Прошу вас, идемте. Фрау, я лейтенант Бах. Пограничная служба Кайзера. Вы подозрительно себя ведете? Предъявите документы. Вам незачем так нервничать. Господин офицер, Прошу прощения. Ублюдок! Прошу прощения. Мерзавец! Прошу прощения, я не нарочно. Я не нарочно, простите. Простите. Девятка. Я сыграю. Вдруг мне повезет увидеть вас на сцене. Как вам угодно. Но не переоцените свои силы. Слышал, все хорошие места раскупили. Остался лишь балкон. Отличная новость. В таком случае я подниму ставку до 2000. Поддерживаю. Документы. Вы давно в городе? Двойка. Восьмерка. У меня нет больше денег. Какой красивый перстень. Фамильная драгоценность. Да, верно. И стоит немало. Тогда я добавлю и другой приз. Возможно. Разумеется, лишь в случае, если вы выиграете. Восьмерка. Семерка. Полагаю, вы сегодня со мной отужинаете? Ну, конечно же, нет. Я сказала, возможно. Билет ваш, но остальное придется заслужить. А как же ваш выигрыш, мадам? Раздайте прислуги. Какая женщина. Посмотрим, кто кого. Удачи. Входи. Тише. Ты встретилась с Мало?
Они в курсе, что проволока под током? Да, они ищут решение. Возможно, удастся отыскать лазейку. Я бы предпочел сербов или русских. Хорошо, что мы решили разделиться. Ведь они ищут пару. Высокого мужчину и женщину-славянку. Да. Но мы потеряли очень много времени. И, возможно, наш план не сработал. У них не хватит людей, чтобы охранять всю границу. А им и не надо. Они пустили электрический ток по проволоке. Стоит коснуться, умрешь на месте. При мне забавы ради так убили французского солдата. Они словно звери. И теперь их полно в Белграде. Если мы их не остановим, что случится с моей страной? Мне очень жаль. Что ж, им не войти в Петербург. А мы доберемся до Берлина. Я обещаю. Мне пора. А тебе надо отдохнуть. Не уходи. Почему вы не приняли его приглашение? Я считаю, что вы переоцениваете свои силы. Вы излишне полагаетесь на свое очарование. Не только очарование, но и опыт. Я разбираюсь в людях. Вам же не советую рассчитывать на эти качества. Их нет в числе ваших достоинств. Если провалите это задание, то... я вас уничтожу. Именно я докладываю в штаб командования. Не забывайтесь. Похоже, это вы забываете, с кем имеете дело. Я не доставлю вам удовольствия своим промахом. И нас не должны видеть вместе, пока задание не будет выполнено. Учтите, что без моей протекции вы пропадете. Зная ваши методы, я думаю, что пропаду, доверив вам свою безопасность. Могу показаться самонадеянной, но я пока что не встречала человека, способного меня обыграть. Добрый вечер. Месье Ладу, что вы здесь делаете? Я хотел с вами поговорить. Вы готовы принять бельгийских гостей? Да. Я жду сигнала. Сегодня вы познакомились с Матахари, не так ли? Да. Мы сыграли пару партий. Вас не удивляет, что эта женщина появилась в вашей жизни именно сейчас? В моей жизни много женщин, капитан. И я всегда готов впустить в нее еще одну. Мне это хорошо известно, и до сего момента мне было плевать, кого вы тащите в койку. Но сейчас я вынужден настоятельно просить вас отказаться от встречи с этой дамой. Так значит, вы считаете, что она шпионка? Безусловно. И очень опасно. Я давно наблюдаю за ней. Тогда почему не арестуете ее? Она крайне осторожна, а еще у нее есть связи. Неужто вы решили, что вы первый, кого она пыталась соблазнить? В ее постели побывало много влиятельнейших мужчин. В таком случае приз становится еще более ценным. Лейтенант, я приказываю вам прекратить видеться с Матахари. В противном случае я отдам вас под трибунал. Ясно? Конечно.
Позвольте вашу руку. Идемте со мной. Аплодируем, господа. Француз добился расположения дамы. Vive la France. Vive la France. Что ты делаешь? Я тебя разбудил? Ничего. Я ощущала такое спокойствие, а сейчас на меня снова нахлынули мысли. Зачем тебе надо все это учить наизусть? Ну, так мне было приказано в Будапеште. Я должен все это запомнить и даже не знаю, зачем. Ты придумала, как нам пересечь границу? Да. Расскажу тебе завтра. Надо будет купить тебе мужской костюм. Ну уж нет. Придется, так надо. Пожалуйста, спи, не отвлекай меня. Курта Иванаски. Ты восхитительна. У меня не было женщины подобной тебе. И не будет, если ты сейчас покинешь меня. Мне пора. Я ожидаю письмо. Нечто важное. Да, очень. Пусть его заберет прислуга. Напиши записку, и она принесет его сюда. Как тебе идея? Хорошо. Мне надо... Не вставай. Пиши на мне. А вот этот? На мне лучше сидит? Какая разница? Это же на одну ночь. Хорошо.
Возьмем этот. Но этот я тоже примерю. Вы распорядились насчет лестницы? Да, к вечеру все будет готово. Передайте принимающей стороне, пусть они ждут нас послезавтра, в 4 утра. И выберите место. Хорошо. Простите, любезный. Мы возьмем темный костюм. Да, конечно. Позвольте, Гарри. О, держите. Шестой просек. Послезавтра. В 4 утра. Уведомите Гагу. Благодарю вас. Быстрее. Грешно это, мадам. Тш, тише. Не разбуди юнца. Подашь письмо вместе с кофе. Живо, живо! Горничная вернулась? Не знаю. Благодарю, Анна. Ох, письмо. О, нет. Боже мой, письмо. Кошмар. Простите, все, простите. Все, иди, Анна, иди я сама. Все в порядке. Ничего. Как неловко. Ну что? Ну что? Я с радостью бы остался, но... Не могу. О, как досадно. Мне тоже. Когда я вернусь? Я буду ждать тебя. Отличное место. Да. Немцам и в голову не придет, что кто-то пересечет границу в таком незащищенном месте. Мэло, давно вы здесь? Даже слишком. Еще до того, как говорила принцип, убил Франца Фердинанда. И сколько всего будет человек? Только я, мой помощник и вы со Златкой. Голландцы с той стороны границы начнут обстрел. Но стрелять они будут холостыми. Почему? Это они так выслуживаются перед немцами. Для предателей честь и отчизна ничего не значит. Почему так долго? Я должен был убедиться, что за мной не следят. Сегодня он уезжает из Гааги. Сказал, что его не будет пару дней. Отлично. А что еще? Ему прислали записку. В ней говорилось, где и когда будут пересекать границу. Я запомнила и записала детали. В 4 утра в Барле. Благодарю. Тогда я собираю вещи? Ни в коем случае. Сначала мы должны удостовериться, что это те, кто нам нужен. Умерьте пыл. Дело есть дело. У меня нет сил. Я хочу покинуть этот город. Спокойной ночи.
Координаты переданы, герр Крамер. Хорошо. Не вздумайте. К атаке готовы, господин лейтенант. Ждем вашего приказа. Пусть ждут моей команды. Они уже на подходе. Всем внимание. Не спать! До границы 1,5 километра. Они скоро будут. С обеих сторон. Скорее, бежим. Агенты переходят границу. Надо им помочь. У меня нет права открывать огонь. Нидерланды — нейтральная территория. Да, идите к черту. Ей нужен врач. Нет, смотри. Простите, на меня, Злата. Но на это нет времени. Смотри мне в глаза. Прошу, только держись. Где бумаги? А, да. В подкладке. Златка, ты меня слышишь? Златка, нет. Нет. Прошу тебя. Держись. Ты только держись. Нет, не смей. Прошу тебя, не умирай, девочка моя. Все будет хорошо. Слышишь? Прошу тебя. Держись, да? Все будет хорошо. Обещаю. Все будет хорошо. Да? Да, Златка? Нет. Нет, Златка. Нет. Тебя. Мне очень жаль. Но мы не могли ее спасти. Слава миру, пора. Месье Маслов, вы запомнили все имена и адреса из тех бумаг? Да. Вы уверены? Да. Сервия, сервия! Передайте оружие немцам. Теперь вы герои. Скорее, медлить нельзя. Прячьтесь.
Где бумаги? У него зашиты в подкладке пальто. Замечательно. Сербские крысы. Действия ваших солдат вызовут волну недовольства. Вы так считаете, но мне плевать на чье-либо недовольство. Кто пристрелил беднягу? Я. По приказу этого человека. Хотели забрать себе всю славу, месье Растиньяк. Одна ночь любви может дорого обойтись. Так все же она. Меня здесь не было, ясно вам? Вывезите трупы. Вылезайте скорее. Что я мог поделать? Мне надо добраться до Гааги. Рядом железнодорожная станция. Покажите дорогу. И никому не рассказывайте о человеке, забравшем бумаги. А если спросят о миссии Растиньяки? Его убил в схватке немецкий солдат. Безотлагательная встреча. Выпейте вина, Густав. Вы запыхались. Ваше здоровье? Отличный выбор. Выйдем в сад. Поговорите. Итак, чем обязан? Скажите, Густав, обязательно было убивать Растиньяка? Нет. Совершенно не обязательно. Но очень захотелось. Этот смазливый юнец действовал мне на нервы. А зачем было упоминать о моей роли в операции? Но кто? Откуда вы знаете? Я так и знала. Думаю, что Эладу это узнает. И поймет, что я ко всему причастна. Вы хоть понимаете, что совершили фатальную ошибку? Что вы подмешали в вино? Яд. А здесь было противоядие. Еще несколько минут. Еще немножко. И все закончится. Помогите! Помогите! Прошу вас! Человеку стало плохо! Пожалуйста, он там! Он там!
прошу вас, поспешите. Где он? Пожалуйста.